Андрій Донской – російський поет, виконавець авторської пісні, випускник філологічного факультету Пермського державного університету, член спілки письменників Росії. У різні роки грав у групах «Рождество» і «П'ятий корпус». Себе називає бардом. Частіше виступає сольно на камерних сценах. У Дніпропетровську вперше побував з концертом 16 квітня цього року. Всіх вітаю, мене звати Олеся Гаренко, а я вам точно скажу, росіяни в Україну таки їдуть, і один з них просто поруч зі мною. Але я так само точно знаю, його наміри не агресивні, а добрі. Які ще можуть бути у поета-барда, виконавця авторської пісні? Григорій Донской його звати, це програма «Пані та панове», ми починаємо. Добрый день вам, Григорий. Добрый день. Очень рада вас видеть. В общем-то, посмотрела, немного изучила ваше творчество перед встречей. Вы в Днепропетровске впервые с концертом. Да. Что будете петь? Это будет старая программа, новая? Я думаю, что поскольку многие люди из тех, кто придут на концерт, будут вот вживьем меня видеть и эти слышать песни впервые, я спою программу, состоящую из песен разного направления, разных по времени написания, разные по настрою, относящиеся к разным программам, такие вот фрагменты. Я думаю, что будут, конечно, песни знаковые, которые, ну, может быть, там являются визитной карточкой на сегодняшний день моей. Будут песни, которые я иногда называю песни военного времени, потому что время очень непростое, очень сложно. И эти песни родились сейчас? Нужно... Эти песни тоже разного времени написания, потому что какие-то из них написаны в сложные, очень переломные, такие переломные моменты вот, ну, нашей истории, истории нашего мира. 93-й год, например, более поздние вещи, солдатские песни, несколько песен таких у меня есть. Будут песни легкие, конечно, которые, потому что если этот мир перестанет смеяться от души и по-доброму, он не сможет существовать. Вы, наверное, про Деда Мороза сейчас говорите, да? Там смех не просто добрый, там он в какой-то момент даже гомерический, но да, без Деда Мороза пока что не обходится ни один концерт. Вот. Будут песни из филологического цикла, потому что я по образованию филолог, и это время вспоминаю с благодарностью, благодарностью в судьбе, благодарностью. Студенческое образование. Эти песни начались в студенческое время, и, конечно, я именно студенческое время вспоминаю с благодарностью. Но и само образование филологическое в моей жизни сыграло большую роль, потому что оно вывело меня на новые отношения с языком и с тем, что я делаю, то есть сочинительством. Сочинительством стихов, сочинительством песен. Вот, поэтому этот цикл, филологический пассаж, он состоит большей частью из таких вот песен, написанных с юмором. Потому что, ну, как бы, филологическая деятельность, с одной стороны, очень серьезная деятельность, но, с другой стороны, относиться без некоторой иронии, самоиронии, самое главное, ну, невозможно. Особенно мужчине-филологу. А вы в прозе пишете? Пробовали когда-то себя? Я пробовал, но в какой-то момент я отложил это занятие, отказался от него в силу того, что это другой ритм существования, другой ритм письма должен быть, другой подход совершенно в творчестве, нежели подход, собственно, поэтический. Поэзия – это другое дыхание, ты живешь в другом ритме, ты можешь писать, в конце концов, стихи на ходу, там, на бегу, в поезде, в самолете, просто когда ты идешь там, по тротуару. И они остаются у вас в голове, да? То есть вам они легко запоминаются? Вы знаете, в голове, да? Человеческое значительно сложнее, чем любой сверхновый компьютер. Поэтому, конечно, они. Ну и потом, человек, который занимается этим долго, он интуитивно или бессознательно обучается каким-то приемам, вот задержки. Там в своей черепной коробке некоторых образов, фраз, вот целых фрагментов текстовых. Я не могу не спросить, вы сказали, что были в Киеве, а там что-то задержалось, какие-то фрагменты? Что-то там родилось вдруг? Или немножко голова другим была занята именно в этот раз? Это было очень сильное переживание. Вообще эти пять дней на... Вот в 5 дней поездки, 5 дней в Украине, на самом деле это очень непростое переживание, очень сильное.
Я думаю о том, что люди живут в этом состоянии на напряженном месяце. У меня 5 дней, и я переживаю, ну, очень сильно. В общем, если очень-очень, если так вот коротко и просто. Жить в этом напряжении несколько месяцев, я просто перед этими людьми преклоняюсь. А Киев, я вдруг понял, мы были на Майдане вечером, утром я поехал в Лавру, в Киево-Печерскую. Я вдруг увидел в переходе, на Крещатике, в переходе, я узнал место, где 25, без малого 25 лет назад, я, оказывается, так долго живу, 25 лет назад я играл в переходе, и надо сказать, не безуспешно. Так получилось, что... Вы были студентом, и у вас был с собой инструмент, да? Нет, я был, то есть, да, я был студентом, но инструмент был там расположился такой табор хиппи. Вот времена были такие, вот, конец, значит, это еще было то государство. Вот, и они играли там на гитарах, песни там про алюминиевые огурцы, там или еще что-то такое. Я к ним подсел, они мне дали инструмент, и получился такой маленький концерт. Вот. Нам даже денег набросали, там как-то на жизнь хватило бы. Ну, то есть вы писать начали еще с первых, да, со своих студенческих лет в филологическом университете в Перми. Я начал писать даже раньше, потому что это такой спонтанный процесс, возникающий у многих. Не у всех этот процесс как бы остается по жизни, но я начал писать в школе, вот, и это осталось дальше со мной. А давайте уже играть. Давайте. Давайте. Что вы сыграете? Я спою, все-таки я начну с солдатской песни, так называемой солдатской. Она написана, вот, наверное, под влиянием народной традиции, такой фольклорной традиции. Эта песня называется «Лебеда», и она прозвучит сейчас. Когда меня забреют и выдадут мундир, и станет в мои пуговицы смотреться командир, ты не плачь, дорогая, это ли беда, где была беда, ныне лебеда. Грянут орудия, падут небеса, оставленные домом, встанут дыбом волоса. Но ты не плачь, дорогая, это ли беда, где была беда, ныне ли беда. Стройся в шеренгу, равняйся смирно. Едут генералы, генералам все равно, равно. Плачешь ты, не плачешь, это ли беда? А где твоя беда? Генералам ли беда? Майор наш хороший будет нам отцом. Где мы кости сложим, рядом ляжет под свинцом. Но ты не плачь, дорогая, это ли беда? А где была беда, скоро будет ли беда? Генерал разложит карты на столе, глянет в карту, там мы с майором на земле лежим. Не плачем, не плачем, это ли беда? А где была беда, скоро будет ли беда? Мы не плачем, не плачем, это ли беда? А где была беда, скоро будет ли беда? А что это вы лежите, скажет генерал? Дома ли вас не ждут? А ведь правду он сказал, наш генерал. Он не плачет, это ли беда? Но может он и плачет, при нас никогда не плачет. Нет, он не плачет, это ли беда? Но может он и плачет, при нас никогда. А ты пока кормили нас то сечи, то овсом, стала раскрасотка
любезная во всем, вот только плачешь, все плачешь. Это ли беда? Я еще вернусь в твои веселые года. К зеркалу ты сядешь, я встану позади. То ли орден красный, то ли дырочка в груди, но ты не плачь, дорогая, это ли беда? Где была беда, скоро будет ли беда? Обернешься, девочка, встретимся с тобой. Души наши бедные обнимутся судьбой. Тут заплачем и заплачем, но беда, беды, бедой. Все это беда, не зарастает ли бедой? А что же за беда такая, крикнешь ты в сердца? А у нас в сердцах рота на крестах висит. Плачь, не плачь, дорогая, вот она беда. И где эта беда, там не растет ли беда? Плачь, не плачь, дорогая, это она беда. И где эта беда, там не растет ли беда? Вы эту песню в какой период написали? Переживая что-то прошлое или предвидя, боясь чего-то? Тревожась о будущем или настоящем? Эта песня уже 10, наверное, чуть-чуть больше даже лет. Эта песня написана после такого сотрудничества небольшого с фольклорным коллективом. Этот коллектив... Совсем не казачья песня, вообще написана вот с опорой, может быть, на или с отголоском вот казачьей традиции, там, военной песни, вот казачьей песни. Но тот коллектив был совсем не казачий, назывался там сам Соловейка, и он находился на Урале, замечательные совершенно люди, великолепные люди своего дела. И просто по жизни. Некоторых из них нет живых сейчас. Та стихия народной традиции, фольклорной традиции, я в нее окунулся. И, наверное, это как бы спровоцировало во мне какую-то память, такую генетическую. Казачьи песни меня волнуют, трогают. Они, многие из них длинные, примерно как «Лебеда». Есть значительно длиннее. А почувствовать это состояние солдатское, наверное, это всколыхнуло во мне мои армейские воспоминания, потому что у меня были эти два года, и более того, часть наша стояла в пустыне, я служил в Туркестанском военном округе, то есть я призывался еще при Советском Союзе, а уже уходил на гражданку, да, уже в Россию, в Российскую Федерацию, мы пережили много драматических событий и, как, собственно говоря, перестройку государства. Поэтому это ощущение солдата, когда, с одной стороны, тебе нужно и хотелось бы, конечно, вернуться домой целым, живым, невредимым, а с другой стороны, понимание, насколько от тебя, в общем, не так много зависит в этой большой какой-то, в каких-то больших играх. Иногда это напоминает большие игры. Иногда ты ловишь себя на мысли, что ты не понимаешь вообще, что мы все здесь делаем и зачем. Какую-то роль играешь, да. Но кто конкретно? Да. Конечно, там, конечно. На другом краю нитки не понимаешь. Как это все происходит? Кто держит эти все нити? Григорий, вы упомянули о работе с коллективом, да, я знаю, что вы работали в коллективе «Рождество», «Пятый корпус», такое мне показалось студенческое, нет названия. Да. Я знаю, вы работаете в дуэте часто с Ксенией. С Ксенией Полтевой, да. Да, очень нежные, лирические получаются композиции. Чем отличается работа дуэт, коллектив, соло? Что сейчас вам важнее и ближе? Я был и остаюсь автором-исполнителем песен, представителем того направления, которое называется авторская песня. Поэтому основное для меня, основная форма существования – это автор и гитара. Я этого придерживаюсь, это для меня главное. С Ксенией мы уже работаем несколько лет, и это совершенно отдельное. И другой подход – это другой звук. Да, это другая энергетика, другие волны. Здесь вы оказываетесь, вас два человека, вас двое,
Но вы один такой вот субъект, вы один организм на сцене, у вас другой звук, меняется все. И песни, которые были написаны нами в соавторстве, они тоже очень отличаются от песен сольных Ксении. У меня такое ощущение, когда я вижу, когда вы вместе на сцене, вы как будто так бережно относитесь вот к ее голосу, к тому, когда вот она должна вступать, как будто вы вот прям, ну вот боитесь лишний вдох сделать. Есть такое что-то у вас, что вот? Конечно, ну, у меня манера достаточно все-таки, ну, где-то иногда агрессивная, иногда очень экспрессивная. Вот если я выпущу эти свои механизмы, я боюсь, что я все поломаю. У Ксении совершенно другая организация, энергетическая, другой звук. Нам нужно сосуществовать, нам нужно быть в гармонии, нам нужно создать мир. Вот во всех смыслах этого слова, на сцене, в зале. Я думаю, что это то, что нужно создать вообще человечеству во время своего существования на этой земле. Вот. И поэтому наша задача не помешать друг другу, с одной стороны, проявиться каждому, создать это дыхание, дышать, да, и вместе с тем, как бы не убивать друг друга сейчас на сцене, потому что есть очень острые моменты. Всегда есть опасность конфликта людей, которые работают вот в дуэте или в коллективе. С пятым корпусом, например, была совсем другая история. Это никогда не был вот в период моего существования в ансамбле, как бы работая в собственном смысле слова. Это был просто коллектив друзей. Мы поняли, что мы можем это делать, мы пришли в какой-то невероятный восторг. Мы, наверное, больше кричали, чем пели, и больше шумели, чем играли. Вот. Но когда уже мы поняли, что нас хотят слушать, нас хотят слышать, нас готовы приглашать, встал вопрос о том, чтобы, да, мы шумим, но хотя бы пусть это будет как-то гармонично и уху как-то все-таки приятно. И тогда началась действительно эта работа. Но здесь, да, здесь уже ансамбль, вы тоже такой организм, вас много. И потом это мужской был коллектив, там другие энергии бушуют и другие страсти. Вот. Но это было хорошее время. Более того, пятый корпус существует сейчас в обновленном составе. Они играют уже в большей степени, наверное, рок-музыку. Они, поднялся, да? Звук. То есть вы сейчас с ними, в общем-то... Уже три года, как, в общем-то, коллектив поменял состав. Я очень рад, что ребята исполняют много старых вещей из тех, и моих вещей, и тех, которые были написаны как-то вот нами всеми в тот период. Появился новый материал, он тоже очень интересен. И появился звук совершенно новый. Вот. Поэтому я, в общем, рад за то, что корпус существует и существует активно. Хотите что-то нам еще сыграть? Мы хотим послушать. Да, наверное, поскольку мы как раз вот у нас разговор зашел о таких симбиозах, о сотрудничестве, дуэт, коллектив, я как раз спою песню, написанную нами в соавторстве с Ксенией. Пусть это будет сегодня песня «Земля моей тишины». Это песня о любви, но в ней, в этой песне есть много отсылок к библейскому сюжету, к библейскому тексту, тексту Исхода, тексту, не то, что называется Торы или Пятикнижие Моисеева, как это в Библии названо. Моисей, который вывел народ свой из Египта, из дома рабства, и 40 лет этот народ шел по пустыне, пока все-таки не был готов войти в землю, обетованную землю, текущую медом и молоком, как об этом написано в псалмах. Но за эти 40 лет сменилось поколение, прежде чем выросли люди с новым духом, готовых уже к жизни в той земле и лишенной духа рабства. И тот из тех людей, которые вышли из Египта, из мужского, из мужчин, из взрослых мужчин, остались только двое. И Моисей не был в числе этих двоих. Моисей не вошел в землю обетованную, хотя был пророком, которого не было больше перед Господом за всю историю народа еврейского. И Моисей не вошел в эту землю, но он ее увидел с горы, гора Нево. Господь возвел его на эту землю, на эту гору. Моисей увидел
землю обетованную в пространстве, увидел ее во времени, он увидел то, что произойдет с его народом на протяжении веков. И он на этой горе умер, но смерть его была, как это буквально можно перевести с иврита, как поцелуй Бога. Отношение Бога и его народа, Бога и этого человека, наверное, лучше всего можно передать словом «любовь». Это песня любви. «Земля моей тишины». Стою у края земли, в которую не войду, слышу, уходит вода в колодцах, садовники листья уже сожгли, и деревья стоят в саду, как простившиеся навсегда любовники. Ты земля моей тишины, и где бы я, как зверь, не рыл берлогу, ты земля моей тишины. Я ищу к тебе дорогу. Как журавлиная тень дрожит в сухих камышах, так и слова твои, только пугливые ящерицы. Приближается день, когда мы сделаем шаг, несовершенен в любви, боящийся. Ты земля моей тишины, и где бы я, как зверь, не рыл берлогу, ты земля моей тишины. Я ищу к тебе дорогу. Земли на краю, в которую не войду, ни с ключом, ни с мечом, ни Петром, ни Варавой, что я скажу в раю, что прокричу в аду? Разве бывает любовь неправой? Ты земля моей тишины, и где бы я, как зверь, не рыл берлогу, ты земля моей тишины, и я опять ищу к тебе дорогу. Вас хочется слушать и слышать, и даже более того, не только когда вы поете, когда вы просто говорите, мне очень приятно с вами общаться. Нам пора прощаться, но я все-таки один последний вопрос хочу задать. Почему жанр авторской песни, поэзии бардов, считается уникальным и популярен вот в России, в Украине, да, в Беларуси? Почему здесь он так нужен людям? Ну, все-таки у этого жанра свои традиции, своя история. Это
жанр связан с, непосредственно с языком и с ценностями, которые в языке есть, отражены, заложены. Более того, этот жанр предполагает и обязывает человека жить в соответствии с теми ценностями, которые он несет через свои песни. Иначе он окажется нечестен. Более удачного конца, мне кажется, разговора нельзя было себе представить. Спасибо вам. Григорий Донской Спасибо. Был нашим гостем. Он приехал Спасибо. В Днепропетровск с концертом. Поэт Барт, автор многих песен, своих альбомов. Спасибо ему. А я на цьому прощаюся, як ніколи зичу нам усім миру. Люблю всіх. Щасти.